Приятно познакомиться, кошка Пума. Привет всем! Хочу показать вам сегодня своих животных, животные, которые живут у меня в доме. Вот недавно появился у нас питомец, вот такую кошечку. Она была у нас намного меньше, конечно. Муж принес с работы. Думали кому-то отдать, но как бы никто брать не захотел, и пришлось нам ее себе оставить. Я вообще, конечно, в детстве очень кошек любила, но по сути я не кошатница. Отдать мы ее хотели по той простой причине, так как осенью мы заказали себе щеночка французского бульдога. Да. Ну, не знаю, посмотрим, как дальше будет. Даст Бог, может, приобретем дачу, тогда кошечка поедет туда. Пока живет кошечка у нас. Ну, и пойдемте дальше, покажу вам дальше своих животных. Вот такие у меня рыбки. Рыбки в основном гуппи. Раньше у меня еще были неончики, но я их перестала покупать, так как гуппи очень сильно плодятся, и неончикам тут делать нечего. Вот, то есть гуппи надо отдавать, продавать. Так, не фокусируется никак. Вот, вот такая красота. Есть у меня где-то, по-моему, один или уже нету. Один неончик где-то был. Вот маленькие, видите, у меня плавают, значит, сомика у меня еще два, вот такой вот коричневый и где-то светлый есть, и три вот таких улиточки. Вот еще одна улитка. Так, сомика нету, не вижу. И вот такой у меня аквариум на 42 литра. Раньше я относила рыбок на рынок, но хотят только мальчиков, девочек забирать вообще не хотят, а куда их девать, неизвестно. Я решила, что они будут сами по себе. У них своя тут экосистема, они плодятся, умирают, вот, и все нормально. Как бы аквариум убираю я не часто, пылесошу тут его, вот так где-то воду сливаю и доливаю отстоянную. Все, пойдемте дальше. Следующий житель — это черепаха. Значит, она сейчас, можете посмотреть, как моя рука. Ну, я не буду сильно приближать. Вот такая черепаха. Это европейская, насколько мне известно, болотная черепаха. Дети ее принесли, она была чуть больше, чем 5 копеек. Такая, как советский рубль железный. Ну вот, выросла очень, не знаю, во сколько раз, в 4, в 5 раз. И оказалось, что у нее нету одного глазика. Вот сейчас стоит вопрос. Она, конечно, очень уже большая. И вот думаю, сможет ли она выжить в водоеме. Подыскиваю ей место. Конечно бы, если бы кто-то любящий забрал к себе домой, было бы замечательно. Но пока она живет у нас, кушает корм червячков, которые остаются от рыбалки, и сырую курицу. Такая черепаха. Вот. Кстати, очень дружит с котом. Ну, пойдемте дальше. А дальше у нас пушистые жители. Хомяки. Вот хомяк беленький, это мальчик. Это у нас, не знаю, либо детеныш, либо мамка. Вот. Изначально было два хомячка. Они сначала плодили хорошо деток, а потом у нее какой-то пошел сбой. То ли у него, то ли у нее детки рождались мертвые. И вот последнего хомячка она родила. Я снимала коротенькое видео у себя на канале без задних лапок. Вот. И оно, интересно, кто это. Его зовут Нолик. Девочку зовут Симка. А малышу мы название не дали. Но они такие вот одинаковые, серенькие. Значит, теперь у нас живет три хомячка, так как без задних ножек я его никуда не отдала, побоялась, что его заберут на корм змеям.
Поэтому живет он у нас. Следующее. И следующий житель — это попугай Валера. Валеру мне подарил муж, не помню, года полтора назад, наверное, на день рождения. Вроде бы как мальчик. Кто разбирается, напишите. Потому что что-то я не уверена. Он у нас не разговаривает и не садится на плечо. По квартире он летает, но вот, живет своей попугайщей жизнью. Вот, вот такие у нас жители. Напишите в комментариях, кто у вас есть дома. У меня трое деток, я считаю, животных должно быть много, детям должно быть интересно. Конечно, дети не занимаются животными практически, не убирают, их заставлять надо, просить. Ну, я прошу убрать у хомяков, прошу убрать у кота, вот. Черепаху я сама убираю, как бы, да, это головняк мой. Кто не хочет париться, конечно, животных не заводят. Но я с детства любила животных, люблю ходить в зоопарк, очень люблю. Как бы всякие животные, у нас и морские свинки были, и кролики. Вот, и собака у нас была. Так что животных я очень люблю. Вот такие у нас животные. Ну все. Кому понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Всем пока!